Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Джо Даффи. Сегодня мы будем играть с Викингом в Counter-Earth Corps на Sega с маленьким дополнением хаком. Я играю в эту игру-то более чем нормально, а вот Саша у нас не очень играет, поэтому мы делаем 10 жизней. И Саша, да, как я всегда, играю вообще отстойно. Я тебя умоляю, не бери волка. Ты не бери его, любого другого. А я... Возьми лучше ты робота. Ау, Саша. Блин. О. Я Рэй, Саша Беуни. Наша система защиты была нарушена неизвестным хакером. Беспилотный робот бежал и теперь безумствует в городе. Направляясь в эту зону и восстанови там порядок. Пошел вон! За Сталина! Пошли быстро, не тупи. Если что, я буду прикрывать. Возьми. Она наводяшка. Ты можешь стрелять, она наводящая. Хорош, Саша, молодец. Давай робота этого стреливай. Подошел. Хорош. Саша меня удивляет. А если еще в этом уровне Сашу не тронут, это вообще будет монстр. Да, Саша? Да. А что молчишь-то? Да, говорю. Да тебе можно не пригинаться, готовься прыгать. Хорош, Саша прям мочит. Вот туда вставай. Все, за все потанцуем. Ха. А тебя оп такой глазиком такой щелкает. Тан-тан-тан. Миша Распопов только прыгает. Вы не посмотрели мой летсплей. Так, стоп. Возьмешь С тогда ты. Это погремушка, это вообще важное оружие у робота. Спасибо. Че сразу не взял? Да я же перепрыгнул специально. Даже, о, даже... Оп. Даже я покосячился, а Саша нет. Это вообще прям странно. Саша прям мочит. Давай, пойдем. Достань погремушку лучше. Вот. Вроде 2600 какой-то год, а машина 90-х. Это не беспилотный робот, который управляет эта штука. Я вообще-то специально читаю, блин. Саша, тебе вообще прыгать не надо на него. Роботам вообще пройти это... Не прыгай, тебе может... Опа! Обманул, да? Да уж. Тебе можно не пригинаться. Готовься, подкат. Саша. Не успел. Саша, целую жизнь здесь сразу слил. Да зачем тебе пригинаться? Там мне надо. Тебе-то не надо. И дали жизнь Саше. Я читаю. Что? Кто такой, говорит Саша? Хе-хе-хе-хе. Можешь звать меня просто Джо. Если хочешь на побольше, попробуй достань меня. Наш научный центр атакован банда террористов. Это доктор Яшкунов. Нам нужна твоя помощь. Во, попали, куда пойдем? Погоню за Джо? Давай, на помощь научный центр. Конечно, погоню за придурком. Давай, твои слова ты читаешь, свои я читаю. Давай. Хоп, за мной. А, сюда. Куда ты рискуешь, бляха, муха? Прыгает, блин. Вали отсюда, вали! Вот сейчас нам, да, погремушка нужна, сейчас паук. Но он легкий, если не тупить. Ой, хорош! Я только тебя... Да ёб твою дивизию! Блин,
Блин, не успел. Сука. Я не должен здесь жизнь тратить. Зачем ты прыгаешь-то? Сдох! А нет! Все, сдох! Вот сейчас, смотри, Бак покажет, как Саша бежит за зарплатой. Не, сейчас ты натуре это увидишь. Я тебя умоляю, только жизнь это... А потом, как Саша убегает от мусоров. Только держись за меня, блин, я тебя прошу. Не втревай сам. Хе-хе, прикольно. Будешь знать, как мое оружие воровать. Да ладно, я не собирался брать его даже сейчас. Беги! Быстро, беги! Е, мне жизнь дали! О! Саша убегает от мусоров. А таешь, ты, блин, не... Я же легким путем пошел, Саша, ты чё? Я когда записывал, кстати, я умудрился так лохануться по-тупому. Готовься прыгать. Ха! Саша уже вторую жизнь слил в этом уровне. Это в его стиле. Да, Саша! Понимаешь, что ты хочешь все и вся, блин. Я вообще сохранился, он тебя опять задел. Ты не можешь просто по нему стрелять? Смотри, как я все делаю. Теперь тебе не уйти, так что сдавайся. Хе-хе-хе, идиоты. Я же всего-навсего приманка. Прямо сейчас мои друганы разорят ваш научный центр. Нам нужны клетки чужого, очень нужны. Чужого? Скоро наступит конец этого. Идиот, он заорал себя. Пошли бухнем, короче. Айо. А тут что-то скучно. Спустя 3 дня. Мы вышли хакеры, который взломал нашу тему, кстати, с Бадунамы. Вот, его имя Номен Каскад. АК Анатолий Кропотов. Он лучший хакер во всей сети. Пусть не обижается, это всего лишь игра. А, он посеял панику с помощью того робота, чтобы украсть генетический код клеток чужого из научного центра. Он очень похож, что его наняла какая-то организация. Его убежище находится за свалкой. Смотри, не упусти его. Пшел вон. А, бери. Я помню, как ты тут умудрился 2 частички потерять, блин. Это же Саша. Ну, блин. Отойди давай. Отсюда, отойди. Хорошо. Пошли. Погремушку потерял, вот надо тебе ее взять потом. Для робота она важна будет в этом бойсе. Тебе можно не пригинаться. Пошли. Ага! Как мне повезло. Даже 2 раза мне Саша мое очко прикрыл. Пошли, Саша. Вали отсюда! Быстро! Хоть! Тебе можно не пригинаться, кстати. Блин. Саша, ну ты так охренительно это сделал. Ни хрена ты рискнул своим очком. Я в шоке. Саша, ни хрена себе. Под катом ушел. 2 раза, это вообще прикол. Там матрица, я мой. Подожди, стой, не дергайся. Посмотри, хрень такая, что патрон прыгает специально куда надо. За них. Просто не пробегает, то пробежав тогда, я помню. И я тоже попал, блин.
8 дэйч. Фу. Смотри, прикол, я обезьянка. Я не хочу жизнь сливать здесь. Ты тот засранец Нойман Каскад? Хи-хи-хи-хи-хи, поговори в другом измерении. Япона, мать, где это мы? Это моя виртуальная зона, надеюсь, вам понравится. Придурок. Так, Б моя, С твоя. Бык. Кстати, С твоя, это вообще хорошо это будет. Байрасака, да? Опа! Ух ты, нихрена, дебил! Блин. А твоя, бери А, там, А. Ха-ха, прикинь. Это же Саша. Блин, наводяшек нету. Хреново, надо закажем. Блин, о, Б моя, С твоя. Близнецы? Да. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Карасики. Берется быстро. Хорошо деретесь, гады. Но я вам так просто не сдамся. Да-да, погремушка здесь нужна твоя. Когда у тебя останется одна частичка, ее не бери. Потому что ты после потери жизни ее ж теряешь. Вот ты как раз нужен, да, вот сейчас. Тебе, кстати, можно прикол опять не пригинаться. О, мне жизнь дали. Не хочу, чтобы ты жизнь тратил. Да бух ты жизнь сольешь, я тебя убью. Я слю зато. И я тоже. А я две бомбы для чего тратил? Что такое? Да! Неужели мы сами чуть не подохли, блин? Похоже, твоим играм настал конец. Не бей меня! Я только хотел немного денег, ничего личного! Оставь свои сопливые истории для людей, чтоб квартиры, сука! Шот вот этот... Шот... Шот... Шот 2 убери. Нойман сообщил нам, кто главный. Генерал Моисеев, я уверен, ты знаешь о нем. Он был героем во время войны с чужими. Но 2 года назад его выебали, и он затеял за государственный переворот для свержения президента. Переворот был предотвращен, но генерал упел сбежать. Упел. А до недавнего времени он никак себе не проявлял. Потому что выебали, конечно. Он обиделся. А интересно, что он планирует сделать с клетками чужого. Его убежище глубоко в джунглях. Найди его. Вали! Шот! Шот 2, убери быстро! Пошли! Быстро, 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 быстро! О, блин! Вот эти придуркишные мне бесят больше всего на свете. Блин! Так, а? Вот так. Пошли. Ой, ё-моё. Пошли, хотел сказать. Та-ра-ра-ра-ра, на-на-на-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на-на. Чё ты делаешь? Ты чё, пьяный? Эй! Нет. Когда он краснеет, отошёл. Ух ты, неожиданно! Ему только в нос надо стрелять, потому что ты так стреляешь, ему похрену, понимаешь? Конечно! А эти штуки не долетают, да?
Ну в прыжке должны долетать, в двойном прыжке делай. Сейчас-то похрен, видишь, он красный. А чё у меня, по-моему, падает вниз, блин? Ты не рискуй вторую-то жизнь потерять в начале миссии. Ты чё? Я нашел способ мочить его. У меня же эти штуки возвращаются. Ой, позорник. Больше я жизни не солью. Да! Не стреляй ты! Пошли. А! Спасибо, Саша! Пожалуйста. Меня полную жизнь слили. Полную! Я потерял две в уровне. Позора мне такого не хватает. Патрон, да... Это... Будешь знать, блин. Я тебе даже подсказывать не буду, блин. А что ты сейчас по нему стреляешь? Ему вообще насрать. Да и пофигу. У меня здесь бывало, Саша, 13 жизней уже. О! Все, он сейчас, все, он уже готов. До него даже не вздумай прыгать. Он лох. Он здесь ничего не сделает. Он сейчас просто сдохнет. Отлично. Ну ёб твою мать! Точки тоже лучше не трогать. Нет. Подожди, стой! Бери С. Погремушку оставь лучше на последнюю часть уровня, да. Не трать ее. Я даже не помню, какую правильную позицию надо выбрать, четкую, чтобы он тебя не достал патроном в начале. Видишь, я не знаю, как правильно выбрать позицию. Е, успели! Опять сейчас лезть. Да пошел ты! Если я третью жизнь солью, это будет вообще прикол. Я тебе серьезно говорю, я максимум, я вот за робота играл, я в общем слю 3 жизни за всю игру. Я просто вверх лезть, да? Да. Я даже прям ее в ноутбук вгоняю, цифру в букву вверх, блядь. Если он, знаешь, вот так сейчас делает, значит мы где-то, блядь, с жопами, блядь, рядом. А если бы мы бы заебись ушли, нахуй, он бы не трогал бы. Вот как вот так вот вылетал и летал, и все. Сейчас уже вроде полегче должно быть. Я тебя прошу, у босса глупости не делай. Скажи, когда побежал. А! А как я упал-то? Как я упал? Да не позорник я! Сейчас он еще раз. Ты-то уже там, а мне прыгать. А! Это я уже сколько? 3 жизни здесь слил? Да. Ты, по-моему, и тот 2.
А, ты тоже 30 лют. Че, погремушку брать? Нет. Вот сейчас пока не бери. Я тебе скажу, когда. Куда попадешь, сволочь? Валим! Хоп! Я вообще в шоке, что он упал у меня как-то, блин, тупо. Сейчас бы последняя часть. И бить ему только тогда, где, куда и я, туда и ты бьешь. А то ты ударил тогда, что меня снесло. Сюда иди наверх. Погремушку бери. Быстро. Не сюда иди. Стой. Не трогай его вообще. Да не трогай. О, я что, на неё же грохнулся, блин? Прыгни ты. Стой, валим. Сейчас он должен сдохнуть. Стой! А, Саша! Да. Блин, да как так? Я не... Я слил 4 жизни в этом уровне. Да! Чтоб ты сдох, мразь! Да, вот. Я другой путь выберу. Давай. Дальше пути нет. Это ловушка. Все точно по плану, генерал. Доктор, что происходит? Как, неужели тебе не ясно? Доктор содействует нам. Меня тошнит от слабости этого правительства. У меня такой материал, как ленивский код клеток чужого. Это кучка картинок не дает возможности им пользоваться. Генерал тоже так думает, но согласен помочь моим планам и выебать меня в жопу. Теперь я могу заниматься моими экспериментами. Ах ты, веролобная маленькая. Что ж, доктор, я удаляюсь, разбирайтесь сами. Бежать некуда, тебе лучше мирно нам сдаться. Я вам сейчас против лома... Нет приема. Ха-ха-ха, увести. Ну как тебе мой штаб, нравится, да? Оставь свое жеманство. Мы разнесем это место. Зачем же себя утруждать? Ведь мой план находится на финальной стадии. Я перенес все функции на мою космическую станцию. Так что штаб мне больше не нужен. Скоро я его взорву. Ну, генерал, за что? Ха! Ваша жизнь для меня ничего не значит. Вы мусор. Прощайте. Надеюсь, вы сдохнете. Я тебя прошу, только тут не тормози. Тут просто бежать или чего? И бежать, и это тоже. Стойте вы! Вот что заслуживают такие трусы! Хорошо, что наводяшка есть у меня. Не спеши. А, бери ты, Б, я.
что сейчас делать? Сейчас это будет доктор, босс. Отлично, Арс. Мы уже на финише, грубо говоря, это последний уровень. Хорошо, это далеко не все. Ух ты, тёк твою мать. Ты прям правильную позицию выбрал. Да как так? Я в шоке, что ты жизни не слил, а я две. Я Рэем вообще играть не буду, это не мой персонаж. Вали ко мне. А я уже куда пришел? Все, только вот здесь мочить его. Да иди сюда! И он будет расти, расти. Быстрее, 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 быстрее! У тебя последняя Блядь. Жизнь. Да, блин. Почка нара, да? Где? Мне жизнь дали. Если что, вот финального уровня мне потом жизнь заберешь. Одну дам. До финального уровня еще далеко. А все же последний босс. Но он, честно, он легкий. Но я за Рэя, я тебе клянусь, я в жизни играть не буду. Я за робота намного проще, легче могу сыграть. Потом по другому сценарию сыграем потом. Надо несколько... Тут 6 концовок. О, Крэнк. Ты отлично действуешь, но слишком медленно. Я использовал клетки чужого для большой пушки. Она превратит планету в кучку пепла. Что тут делать, блин? Увидишь. Ух, себя там шарахнуло, нормально. Мы не позволим! Смотри, ты там запомнишь, там все запрограммировано. Короче, в эту хрень стреляй, пушку. Хорошо. Максим Дебара, цени, чура! Понял. Подожди, жизнь не бери у меня, погоди чуть-чуть. На концовке я тебе дам. Да. Затупил, да. Затупил я. Вот сейчас будет стрелять, пах. Ты потом посмотри лично мое прохождение за робота. Я там всего 3 жизни слил, я тебе клянусь. Да ты чё патронами так полгода его? Вася! Фига ты рисковый парень, а. А ты думал? О! Как он меня задел, а? Гони сюда! Сюда гони! Давай, убирайся.
Да блин, не прыгай! А, сука, чё-то он не прыгает-то. А если честно, друзья, я специально сливал эти жизни. Мастер-класс? Конечно, я специально сливал эти жизни, что было интересно вам посмотреть. Ну, потому что и так жизни много, ну чё, специально я уже от хреноты играл просто так. И заодно я прошел ее первый раз в жизни. Хоть вдвоём. Ах, еще один шаг, я мог бы стать богом. Мы прошли одну концовку игры Contra Hard Corps, конечно, на хаке. Я вам скажу... Потому что я просто играть в неё не умею, хоть как-то. Да, ну я скажу так, то, что я специально сливал эти жизни, потому что было неинтересно играть с 10 жизнями. Я мог... Если не верите, можете посмотреть, как я проходил игру за робота. Там нам все по-другому. Я всего там потратил 2-3 жизни. Всем спасибо за внимание, с вами был Джо Даффи и Уикинг. Всем пока. Всем пока, ребят.